Всем привет! Сегодня хотел поговорить с вами о такой компании, как Change. Change – это платформа, основанная на технологии блокчейн, которая делает платежи быстрыми и свободными, а также безопасными в рамках децентрализованной финансовой системы. Участники проекта, то есть все желающие, зарегистрировавшиеся на сайте, могут получить свободный доступ к финансовым, при этом уровень дохода участников не играет никакой роли. Change ставит перед собой глобальные цели, не без оснований, конечно, ведь платформа отлично знает рынок финансовых услуг и понимает неэффективность перемещения денег. Поэтому проект и собирается найти решение этой проблемы, пользуясь передовыми технологиями и экономя деньги частных лиц и юридических предприятий. Все это обеспечивает рассматриваемый нами проект. Также еще проект владеет некоторыми необходимыми функциями и рядом преимуществ, о которых я хотел бы вам рассказать. Во-первых, это защита от финансовых махинаций. Change будет бороться с финансовой преступностью. Все операции и транзакции клиентов тщательно сканируются ранее установленными индикаторами риска и алгоритмами для обнаружения подозрительных схем и операций. Это основательно отличает платформу от подобных в сфере экономики. Также все ваши транзакции не потеряются среди других, а расчет будет мгновенным и надежным. И, конечно же, без лишних трат. На платформе Change есть пул ликвидности, устраняющий дорогостоящие банковские кредитные линии. Это пользователи отмечают в качестве огромного плюса описанного продукта. И еще один плюс – это гарантия безопасности сделки. В рамках проекта гарантированы сделки, свободные от незаконных денег, что вселяет доверие к платформе и ее пользователям. Также у проекта будет своя собственная валюта CLPX токен, и оплата которой играет несколько ролей, имеет свою функцию. Первое, он будет поступать в качестве средства сбережения, также является магазином, которым осуществляется обмен валюты, также координирует пул ликвидности и снижает расчетный риск и кредитный риск, а также валютный риск. Что еще хотелось бы сказать? На данный момент компания проводит свое ICO. Давайте поговорим о нем более детально. Как я говорил, символ токена это CLPX. Будет он на платформе Stellar. Также SoftCap они установили 80 миллионов токенов. И HardCap 560 миллионов токенов. Цена за один токен это 5 центов, либо за один Stellar вы купите 3,82 токена, за один эфир вы получите 8995 токенов и за один биткоин 122745 токенов. Купить можно за биткоин, эфир или Stellar. Так, теперь давайте поговорим о начале конца продаж. Частная продажа у нас была 29 мая, она уже закончилась. Crowd sale 28 июня и по сентябрь 25 также и уже выпуск самой продукции будет в квартале 2018 года. Далее мы видим распределение средств. Давайте посмотрим, как будут распределены деньги. Администрации будет у нас 28%, на маркетинг пойдет 35% и на сам продукт пойдет 37% всех собранных средств. Далее дорожная карта проекта. Оно составлено до
2020 года. Как мы видим, продажи, все, потом вторичное предложение 1, вторичное предложение 2 и вторичное предложение 3. Далее это партнер компании. И давайте теперь посмотрим на команду. На сайте представлена небольшая информация о их биографии. Также мы видим, что имеется ссылочка на LinkedIn, где вы можете более подробно ознакомиться с каждым членом команды, изучить его биографию и понять, чем он занимался, где работал, где учился и чем известен. Также советники компании. На сайте тоже представлена их биография, в каких компаниях они работали и чем занимались. Также имеется ссылочка на LinkedIn. Далее основные этапы компании. Они расписаны по квартал 2020 года. Давайте посмотрим ближайшие. В конце 2018 уже они хотят объединения Арабские Эмираты, ОАЭ, Великобритания, выпуск свой. Далее Европейский Союз, Великобритания. Далее они пройдутся по азиатскому и тихоокеанским регионам. Также захватят три рынка. Это азиатско, тихоокеанский, Бруней и так далее. И к концу заявку на лицензию МТО. Три рынка азиатско-тихоокеанском регионе. Уже начнут операции денежных переводов и так далее. Далее вопросы на ответы. Что такое токен, контакты и многое другое. На данный момент, как мы видим, компания уже собрала свой soft cap. То есть они продали более 80 миллионов токенов. Что не может не радовать. Осталось еще 29 дней. Можете уже сейчас войти в whitelist и приобрести токены. Если вас заинтересовала данная компания, в описании к видео я оставлю ссылочку на их сайт, также их соцсети и, конечно же, white paper, чтобы вы почитали о компании, изучили ее и приняли решение, инвестировать в нее или нет. Всем спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!